Здравствуйте, дорогие рукодельники и рукодельницы. Сегодня, правда, не понедельник, вторник, но дело все в том, что вчера я никак не могла. У меня муж очень сильно заболел, и я должна была его в больницу положить. Поэтому отвечаю на вопросы сегодня, во вторник. Галина Литвиненко спрашивает меня, как гладить вышивки, на которых есть французские узелки. Самое главное – положить вышивку на мягкую ткань, лицом вниз, и отпаривать через марлечку. И с французскими узелками ничего не будет. Они даже будут более такие выпуклые. Потому что если с паром отпаривать или там, то они наоборот будут выталкиваться паром вниз и будут такие хорошенькие, выпуклые, гладенькие. Еще вопрос у меня есть, как разлиновать канву. Либо ниточкой, такой шелковой, которая легко выдергивается, либо специальным маркером. Но когда будете выполаскивать маркер, то обязательно только прохладной водой. Теплая вода запарит вам маркер, и останутся у вас следы. Здравствуйте. В картине надо подбирать вот это, вот, потому что вот у нас эти тона, вот они, эти тона коричневые. И мы сделаем тогда вот, смотрите, багетик вот такой, будет хорошо. А бордо сюда вот? А сюда бордо надо тогда вот какой-то такой красный подбирать. Потому что красный не хочется. Будет очень резко. Ой, извините. Вот, останавливаемся на этом. Я думаю, что вот так вот. Угу. Этот у нас не очень подходит. Буду ехать вот так, грузи прижимать. Наташеньки запотит. Апатит с двумя «п». Апатиты. Мурманчане. Вот, кофе, да? Кофе приклеим сейчас. Пришлось прервать съемку, потому что приехала Наталья из Апатит. И мы с ней сейчас подбирали к вышивкам багет. Вот сейчас она поехала по своим делам, потом приедет, заберет вышивки и поедет к себе в Апатиты. Две вышивки принесла, очень красивый натюрмортик. Это вы знаете, наверное, все вышивальщицы. Кофе и чай от Риолиса на такой рогожке на конве. Очень красивый, мне очень нравится. Я так рада, что ко мне приезжают со всей страны люди. Вы даже себе не представляете. Мы с ней попили кофе с тортиком, с вкусными этими пирожными. Пирожные, правда, какое-то матерное название, но я не буду повторять. Но очень вкусные. И она как раз приехала у нашего Димы, оператора, и у нашего шефа день рождения. Не надо вырезать. Вот. И у нас тут как раз застолье такое чаепитие, поэтому вот у нас еще и приехали гости из Апатит. Получилось классно. Вот еще Татьяна Пылева из Петропавловска-Камчатка спрашивает, как отшивать на дизайнерских схемах, как отшиваются вышивки. Я хочу сказать, что если нанесен рисунок на канву, очень тяжеловато вышивать, потому что там бывают клеточки, которые нужно либо одним цветом вышивать, либо другим. Но дело все в том, что надо четко понимать, какой здесь будет цвет, потому что иногда из-за этой клеточки вся картинка меняется. Ну, в общем, сложно. Но надо стараться. Надо вышить как-то так, умудриться, чтобы полклеточки, например, было одного цвета, полклеточки другого. Трудно, но можно, в принципе, так вышить. Вопросы из Дании. Нужно ли со временем переоформлять вышивки? В принципе, можно. Во-первых, бывает, что вышивки без стекла, и тогда становятся от пыли серыми, и приходится их стирать и снова вставлять. Потом еще такой момент. Рамки становятся неподходящими в интерьер. Тогда тоже надо переоформлять. Вот два таких вот момента, которые приводят к тому, что надо переоформлять вышивку. Ну, еще, конечно, если, например, работа висела, вышивка где-то на даче, где очень резкая перемена температуры, она могла отклеиться, она могла быть плохо натянута или натянута, например, на двухсторонний скотч, и этот скотч подсох, и работа, например, сползла. Тоже тогда надо обязательно переоформлять. Еще есть вопрос такой, как я из товароведа превратилась в работника багетной мастерской. Это отдельная история, может быть, я потом как-нибудь расскажу. Но это, по-моему, я уже говорила. Я рассказывала вот в прямом эфире, можно посмотреть. Спрашивают, как нужно распороть, если нужно распороть, если не так все пошло. Ну, иголкой парю, конечно. Часто приходится, бывает, что задумаюсь о своем, о чем-то, и пошла не то вышивать. Потом смотрю не в ту степь и начинаю пороть. Беру иголку толстую и поддеваю, и распарываю. Конечно, это трудный процесс.
резать не советую, можно разрезать канву, и тогда все вообще на смарку пойдет. Вышивку отложила, розы. Да, приедет сыночек, у меня вышивка отложена. Это Ставропольский край, кажется. Вот она у меня отложена. Вот она, вышивка отложена. Так что сын приедет, мы быстренько оформим ему вышивки ваши и розочку отдадим. Вот такой вариант получился у нас, оформление кофе. Сюда мы еще приклеим натуральные зернышки кофе вот на эти места. Настоящие, потому что у нее без стекла. Вот она так захотела. Мы сюда приклеим кофе, будет супер-пупер. И сейчас вторую чай сделаю точно так же. Очень красиво. Мне так очень нравится вот эта вышивка. Вообще этот набор замечательный просто, любимый мой. Вот я все мечтаю тоже когда-нибудь его вышить. Моя картина с сиренью, вот мы ее оформили. У шефа сегодня день рождения, я ему дарю еще вот эту картину. Пусть висит и радует их. Там у меня крестница растет, пусть ей будет это тоже на память. Вот вы видели, что сегодня ко мне приехала женщина Наташенька из Апатит. Если у вас будет оказия, вы поедете в Санкт-Петербург, просто вот по работе, или в командировку какую-то там, или просто по своим делам. Приезжайте, заходите, берите вышивки. Можете просто так заходить. Приходите, буду рада. Ссылку на адрес вы увидите под видео. Вот она даже не предупреждала, приехала, и мы так обрадовались друг другу. Просто как родные встретились. Так что приходите обязательно. Буду очень-очень вам рада. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если оно вам полезно, делитесь с друзьями, задавайте вопросы и до новых встреч. Всего вам доброго!